А может, там еще ничего нет? А, ну там есть? Есть. А, после того, как завершена калибровка левой и правой цепей погрешности, выполняется калибровка на проход. С этой целью подключается проходная мера. Здесь рассматривается упрощенный случай, когда проходная мера идеальна в смысле коэффициентов отражений от входа и выхода этой меры. Поэтому вот на картиночке слева мы видим левую цепь погрешности с параметрами S1.1, S2.1, 1.2.2.2. Вот. А проходная мера задается только лишь своими коэффициентами передачи. Прямым и обратным они, конечно, равны друг другу. И в простейшем случае это единица, если таковой меры нет, а просто кабель подключен один к другому, что вообще-то не так просто сделать, потому что соединить, скажем, разъемы типа вилка-вилка или гнездо-гнездо невозможно. Поэтому на самом деле все-таки действительно используется проходная мера, ее часто параметры идеализируют, коротенькая мера, иногда называют ее в простонародье бочонком. Да, ну гнездо-гнездо, да, она коротенькая, там шайба, удерживающая центральный проводник, чтобы соединить два коаксиала штыревого типа или разъем типа дырка. Вот. За проходной мерой мы имеем коэффициент отражения от второго порта гамма R2, ну гамма рефлектометра 2, поэтому R, гамма R2. И, как видите, правая цепь погрешности здесь очень простая. Это гамма R2 и неизвестный коэффициент передачи K1. То есть при измерении на проход одна цепь погрешности полностью участвует со своими параметрами, а вторая упрощается до предела, до двух параметров, коэффициента отражения ГР и К. Вот, ГР2 и К1. Значит, для измерения доступны прошедшая волна B2 штрих. Штрих здесь показан в том плане, что это не сама волна B2, которая выходит из объекта, а на самом деле та, которую мы воспринимаем с помощью измерительных приемников, подключенных к направленным ответвителям. Вот, поэтому здесь поставлен штрих. И, собственно, вот этот коэффициент К1, он и говорит о том, что волна B2 – это не просто на выходе проходной меры, исследуют на входе второго порта, а это, в общем-то, подальше. Вот. Таким образом, мы имеем каскадное соединение левой цепи погрешности А вот, с упрощенной цепью, описываемый коэффициентами передачи Т2,1Т, Т1,2, Т1,2Т. Вот. Ну и, соответственно, здесь появляется коэффициент отражения ГР2 и коэффициент К1, о котором мы уже говорили. Здесь в лекции опускается вопрос о том, как определить ГР2. Это будет рассмотрено чуть позже, сегодня же, но не в этой презентации. Аналогичным образом проходит калибровка при возбуждении проходной меры с выхода, то есть когда сигнал подается через правую цепь погрешности,
через цель Б и ту же проходную меру с параметрами S2.1, S1.2, T. И воспринимается прошедшая волна B1 вновь со штрихом, поскольку это сигнал, принятый с помощью направленного ответвителя. И здесь, в этой модели, мы опять встречаемся с коэффициентом отражения от рефлекторометра уже левой цепи, GR1, и обратным коэффициентом передачи K2. Нижняя формула как раз здесь, в ней здесь К2 и здесь ГР1. Вот эти две формулы, которые позволяют при известном ГР1 и ГР2 найти К1 и К2. Ну, далее будет написана формула, а сейчас могу уже сказать, забегая вперед, что ГР2 определить нетрудно. Возбуждая проходную цепь с входа через левую цепь погрешности, мы имеем отношение коэффициента отражения на входе в виде B1' K1'. Поскольку параметры левой цепи погрешности известны, и Т, то гамма рефлекторометра 2 восстановить нетрудно по известной формуле для коэффициента отражения цепи с известной, с произвольной нагрузкой на выходе. Как будет показано далее, восстанавливается по измеренному коэффициенту отражения, полученному с помощью информационных сигналов. Так, успели вы записать форму? Ну, в таком случае идем дальше. И эта последняя картинка показывает вам, правда, она не очень удачная, тут будет еще одна. Вот этот ящик с так называемыми механическими калибровочными мерами. Вот они укладываются в специальные пазы. Здесь короткое замыкание, холостой ход, мера проходная, ключ, не очень удачно виден, специальный ключ. Сделан таким образом, чтобы не перетянуть разъемные коаксиальные соединения. Как только затяжка гайки, накручиваемой на второй разъем с внешней резьбой, как только это усилие достигает определенной величины, этот ключ изгибается и невозможно затянуть сильнее. Вот, это сделано специально, рассчитывается это усилие и вот эти специальные ключи. А справа, уже все светло, у меня на компьютере лучше видно, это так называемый ЕКАЛ. Это электронный калибратор, анализатор цепей. Вот, практически сейчас все фирмы выпускают электронные калибраторы, они упрощают и ускоряют процедуру погрешности. То есть нет необходимости последовательно подключать КЗ, ХХ, согласованную, проходную меру. Достаточно просто коаксиальные кабели подсоединить к ЕКАЛ и запустить процедуру калибровки автоматически во всей полосе частот, которую назначает оператор. Происходит автоматическая калибровка, которую мы только что с вами обсудили.